вальс Мендельсона прозвучал сегодня для Владимира и Лисан. Они стали мужем и женой. Сегодня, 9 сентября 2016 года, в городе Нижнекамске ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Молодожены приехали на регистрацию, даже не подозревая, что сотрудники ЗАГСа подготовили для них особый сюрприз. Наша съемочная группа тоже не выдала тайну. Чтобы не вызывать никаких сомнений, мы сказали, что снимаем День красоты. Именно ваш союз стал 50-тысячным. В честь этой знаменательной даты им передали поздравления от мэра города Айдара Метшина и подарили памятные подарки. Новоиспеченные муж и жена не были готовы к такому сюрпризу. Удивились, как бы не знали, что именно мы, как бы это же большая дата для нас. Необычно, такие счастливчики. Нам повезло. Если молодожены немного растерялись, то и гости были просто в восторге. Улыбки не сходили с лица родственников и друзей. Все были рады такой удаче. Мы даже не ожидали. Это был шок? Это был шок. Да, это не, был не радостно, как говорится. Наверное, невестам такой большой подарок, как и всем друзьям, родственникам. Это... С одной стороны, очень приятно. Очень приятно. И, наверное, торжественное вот это событие, оно еще больше подняло. И такой настрой на весь день. И молодым это будет на всю жизнь. Пусть такой подарок. Жизнь так будет. Этот день точно останется в памяти молодоженов и их гостей. Ведь это еще одно из событий юбилейного года. В этом году ожидается еще одна знаковая дата для нашего города – рождение 150-тысячного ребенка. Его появление на свет ожидается уже в начале октября. Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.